Сегодня мы рады представить вам новое оружие для любителей хедшотов и стрельбы с дальней дистанции. Встречайте, снайперская винтовка DVL-10 M2 Urbana. Это оружие разработано компанией Labive Arms в 2017 году. Это легкая, компактная снайперская винтовка для широкого спектра боевых задач, в которых важны как скорость, так и точность стрельбы. По своим игровым характеристикам данная снайперская винтовка понравится как любителям Кракена, так и любителям SV-98. Ну и конечно же, никто не отменял ваншота в любую часть тела. Данная снайперская винтовка имеет целый ряд уникальных модулей. В первую очередь, это 4,5-кратный прицел с быстрым вхождением в зум. А также два новых пламя-гасителя, один из которых увеличивает точность, второй уменьшает отдачу. И сошки для людей, которые любят стрелять из положения лежа. Как вы знаете, в нашей игре уже представлен современный российский автомат АМ-17. Но не всем известно, что на его основе был разработан еще и бесшумный вариант. АМ-Б-17, что расшифровывается как автомат малогабаритно-бесшумный, в общих чертах повторяет АМ-17, но обладает рядом уникальных особенностей, две из которых являются наиболее заметными. Первая из них сразу бросается в глаза. Это массивный встроенный глушитель, ради которого пришлось порядком увеличить цевьё. Вторая – это дозвуковые патроны калибра 9x39 и соответствующие магазины, совместимые с ESVAL. Эта совместимость не случайна, ведь АМБ разрабатывался как современная замена ВАЛу, который уже порядком морально устарел. В рамках нашей игры пушка чувствует себя на высоте. АМБ – это не что иное, как воплощение мечты инженера. Скорострельная, точная, убойная, с очень мягкой отдачей. Ну и, конечно же, ее главный козырь – это встроенный глушитель, который не режет урон. Противник даже не будет знать, откуда ему поставили ваншот в голову, так как стрелок на радаре останется незамеченным. Из уникальных модулей на борту мы имеем коллиматорный прицел с увеличением 1.3 и быстрым входом в прицеливание, а также вертикальную ручку, которая еще немножко улучшает точность и гасит отдачу. В целом, оружие получилось очень эффективным и комфортным в использовании, так что следите за обновлением коробок удачи и обязательно заполучите себе на склад эту очень крутую и эффективную новинку. Ну и конечно же, в коробочке вас будет ждать золотая версия с шикарнейшим видом и улучшенными характеристиками. Удачи, друзья!